Добрый день, уважаемые телезрители. Начался первый матч группового этапа на Кубок КАМАЗа. Встречаются команды «Строитель» в синей форме и команда «КАМАЗ» 2012 года, третий состав в желтых манишках. Пока счет 0-0. На поле за команду «Строитель» играет следующий состав. Ворот Юнус Фамер. Полевые игроки Чугунов Родион, наборщиков Дмитрий, Холкин Ранель, Гатаулин и Сарваров. Наборщиков по правому флангу сейчас проходит. Передача в штрафную. Гатаулин, Сарваров. Сарваров сейчас упускает мяч. И в команде «Строитель» смена. Появляется вторая шестерка. Шакиров, Гатилатулин, Маштаков, Рябченко. Команда «КамАЗ» пытается через центр. Гатилатулин сейчас прерывает передачу. Шакиров своевременно возвращается. Сохраняет сейчас Шакиров мяч. Нет свистка, можно играть. Хорошая передача. Сейчас теряют мяч наши ребята. Команда «КамАЗ» пытается организовать сейчас по центру атаку. Спотыкаются игроки. Мяч покидает пределы поля. Аут в пользу команды «КамАЗ». Шакиров сохраняет. Передача. И первая попытка нанести удар в створ ворот. Не точно. Команде «КамАЗ» смена. Прессингуют наши ребята, вынуждают ошибаться. Тимур будет вводить мяч из-за боковой. Передача, и Маштаков не успевает замкнуть сейчас передачу. Довольно-таки сумбурная игра в центре поля. Без обоюдных острых атак. Маштаков по левому флангу. Зарабатывает сейчас Данил аут. И смена в команде синих. Ямангулов на Чугунова. Чугунов дальше на Кульбарисова. Кульбарисов здорово сейчас обыгрывает двух игроков. И на третьем, к сожалению, уже не хватает ему скорости. Надо возвращаться.
Тихонов Тимофей на поле появляется. Да, свободно сейчас игрок КамАЗа обыгрывает нашу защиту. На удар накрывается. И Кульбарисов здорово убегает сейчас. Последний момент в подкате уже защитник успевает снять мяч с ноги. Настройки на твой телефон, как ты настраивал? Марат, смотри, у Ольги опять выбила тоже эту программу YouTube. Как ей сейчас это быстро настроить? Куда там тыкать? Пиши пошагово. А вот в пользу команды «Строитель». Борисова. Перехватывает команда КамАЗ. И дальний удар. По центру сейчас игроки КамАЗа наносят. Выше ворот. Ошибка в передаче. И на себя сейчас защита принимает удар. Смена в команде синих. На поле появляется Гатаулин, Сарваров, наборщиков. Холкин. Передача КамАЗа. Наборщиков сейчас подкрался, отобрал мяч. Ворот. Хорошая передача на наборщикова. В стеночку отстучали сейчас ребята. Последний момент перехватывают. Наборщиков здорово борется сейчас Дима. Гатаулин вынуждает ошибиться вратаря сейчас. И выбивают мяч в аут. Смена в команде КамАЗ. Попытка дальнего удара от Сарварова. Гатаулин пытается прессинговать, но в результате приносит результат его прессинг. Мяч покидает пределы поля. Сарваров Тимур будет вводить мяч из боковой. Еще раз. Доходит мяч до Гатаулина. Попытка прострела. И угловой сейчас зарабатывает команда «Строитель». Сарваков будет подавать.
Подача. Мяч в руках вратаря. Быстрый заброс вперед. Полкин. Хороший перевод на Наборщикова. Не хватило чуть Диме для обработки мяча. Прошу прощения, Чугунов здорово сейчас поборолся, поставил корпус. Попытка удара. Ингатаулин. Наборщиков. Наборщиков пытается по правому флангу организовать сейчас атаку. Зарабатывает аут. Мью. Варов. Во вратаря сейчас Тимур попадает. Просит тренер прессинг. И получается у ребят Гатаулин. Передача на свободного Наборщикова. Ну, вратарь КамАЗа прочитал данную передачу. Наборщиков уже прессингует в центре. Смена в команде синих. Шакиров, перевод на Тихонова. Тихонов. Не получается, с Тимофея прострел. Штрафную. В качестве информации. Турнир будет проходить у нас 2 дня. 16 команд заявлено в 4 группах. 4. Команда КамАЗ по правому флангу. Не точно. Маштаков здорово выбирает сейчас из-под прессинга. Удар. И рядом со штангой сейчас мяч пролетает. На плечах у Данила висело 2 защитника, но протаранил он все-таки защиту. Смог нанести удар. И сегодня у нас... На трансляции в качестве помощника будет Ефимов Максим. Быстрее меняется. Он также будет принимать участие в комментарии. Заглянешься? А вот будет кидать команда. КамАЗ. Команда КамАЗ. КамАЗ идет в атаку. И Янусов Амир берет мяч в руки. Отдает на Миронова. Миронов подает на Маштакова, Маштаков подает на Шакирова. Шакиров не принимает мяч. И КамАЗ идет удар, и Юнусов тащит. Тихонов просит мяч. Юнус выносит на Шакирова. Шакиров не цепляется за мяч. И команда КамАЗ с мячом атакует на ворота строителя. КамАЗ. Идет в атаку, и защитники строителя очень хорошо
отбирает мяч и Тихонов идет. Сам мяч уходит за боковую линию. И команда КамАЗ кидает мяч за боковой. И очень опасный момент мог быть, если бы опять промахнулся игрок строителя. Маштаков с мячом идет в атаку. Тихонов просит мяч. И Тихонов можно бить. И еще один пострел, да. И Шакиров. Ворот. Шакиров сейчас не использует стопроцентный момент. Виталий наносит удар выше. Команда КамАЗ будет сбрасывать аут. Водить мяч из боковой. Тихонов пускает мяч. Миронов. Шакиров, Шакиров, Маштаков идет в атаку, обводит одного, играет корпусом и хорошо обрабатывает мяч. Маштаков идет в атаку, но теряет мяч команды строитель и вводит мяч в команду строитель. Напоминаю, у нас счет в матче по-прежнему 0-0, идет первый тайм. Команда «Строитель» будет сбрасывать мяч из боковой. Шакиров передает пас на Миронова, Миронов дает на защиту. И опасный момент он себе нашел. Сейчас команда открывает мяч. Мяч подает на Тихонова, Тихонов принимает мяч. Идет в атаку, и команда «КамАЗ» будет сбрасывать аут. Я Тулин Тимур появляется на поле у нас. И команда все уже аут. КамАЗ объявляли замену. Команда КамАЗ идет все еще в атаке. Минуса будет убить. Поторопился с Юнусом с водом, надо было попросить. Опять. Юнусов спасает сейчас свои ворота. Юнусов Амир вставляет Сухими. Оставили двух игроков КамАЗа. Пытается выбегать в контратаку. Нету. И аут. Первый тайм заканчивается. Счетом 0-0. Было много опасных моментов. И у ворот строителей, и у ворот КамАЗа. Thank you.
пока нету. Нет, это вообще непонятно, как бы будет он, не будет с такими погодными условиями. Команда это... КамАЗ. Так, начинаем мы второй тайм. Набовщиков сразу агрессивно идет в отбивание. Чугунов играет на... Ворот, Акзуев Артур у нас появляется. Это умный удар. И вратарь КамАЗ идет пока спокойно с мячом. Никто не напрягает. Чугунов выносит ваут. Надеюсь, что там будет наборщиков. Команда КамАЗ с мячом. Сарваров сейчас наносит удар, и надо отметить отличную игру вратаря команды КамАЗ, который в ближнем углу сейчас вытаскивает мяч. И Чугунов попадает в колено. Команда КамАЗ сбросила аут. На бочку отбирает мяч. Дает передачу вперед. Шипает чудик КамАЗа. А из боковой будет кидать команда Строитель. Смена в команде синих. Миронов появляется, Кульбарисов, Шакиров, Тихонов. Шакиров борется, сохраняет сейчас мяч. Виталий, передача на Тихонова. И через дом. Сохраняет сейчас. Тихонов подает угловой сейчас. Быстрый розыгрыш. Удар. Надо отметить. Четкая игра вратаря КамАЗа. Миронов.
обе команды играют очень хорошо. И отворот контролирует команда КамАЗ. В команде КамАЗ готовится сейчас замена. В команде синих также произошла замена. На поле вместо Кульбарисова появляется Муштаков. Команда КамАЗ. Смена полностью пятерки. Миронов не смог сыграть головой, но Жуев все контролирует и отдает передачу на Тихонова своей рукой. Тихонов кидает КамАЗу мяч, чтобы КамАЗ кинул аут. Шакиров играет головой. Давай, Рауль, включайся, Рауль, давай. Шакиров очень хорошо помог команде строителей в защите. Тихонов догоняет мяч. И фишка помешала Тихонову дать хорошую передачу. Шакиров убирает мяч. Вместо Тихонова появляется Гатиатуллин Тимур, сейчас у нас под 9 номером. Вместо Тихонова Тимофея. Муштаков обирает мяч. Защитник ошибается, машет своей ногой. И КамАЗ. КамАЗ в контратаке и опасно сейчас. Опасный момент сейчас. Очень опасно было. Ворот строителя. Прям миллиметра не хватило, чтобы залетело ворота. И КамАЗ еще раз атакует и... Можно играть, вставать. Можно играть, показывает судья. Ай-яй-яй, какая ошибка. Судья сказал убирать. Гадиатуллин пытается убежать сейчас. Здорово делает передачу. И Муштаков. Нет, не успевает сейчас Данил обработать. Рауль сам где-то, сам. Ну давай, двигайся, Рауль, давай. На Артура Зуева. Зуев подает обратно. Муштаков двигается вперед. Мирон с мячом. Это на Артура Зуева. Зуев делает длинную передачу на Наборщиков Дмитрий появляется на поле вместо Муштакова Даниила. Борьбы. Угловой зарабатывает команда КамАЗ.
Быстро. Подача. Встречайся. Хороший мог быть момент для команды КамАЗ. Судья говорит, что мяч вышел. Надо разводить от ворот. Хороший момент. Заборщик. Холкин и Чугунов появляются на поле сейчас. Чугунов, хорошая передача на Наборщикова. Наборщиков. Так, Оленок, сейчас мяч. Хоть один, то вперед движение сделать. Немного, чтобы добить ворота на Наборщикова. Может, даже и очень опасно. Отбор мяча. Сделать. Шакиров. На добивание Шакиров сейчас чуть выше перекладины наносит удар. Очень опасный момент. Ну, поистине первый такой момент за весь матч, когда можно сказать. И высоко поднимает ногу. И Хокин Ранель отбирает мяч. Хорошая. Гатиатулин по правому флангу сейчас. Тимур сейчас будет передавать. Еще раз подавать. Подача. Сейчас надо бежать в оборону. Чугунов отбирает мяч. Ира КамАЗ играет. Лёль хотел тоже отобрать мяч. Но Чугунов опытный защитник. Хокин дает передачу на Сарварова. Сарваров надо гонять и убегать. И мяч будет кидать команда Строитель. Вместо Шакирова на поле появляется Маштаков. Маштаков отбирает мяч. Пас на Сарварова. Хорошая стенка сейчас. Зуев, надо играть на выходе. Кровно играть на выходе. Передача на Муштакова. По какой-то причине Сарваров нет. Сарваров отбирает мяч. Обозначение штрафной зоны возле наших ворот сейчас. По сути, Зуев может в любой части поля брать мяч штрафной в руки. Штрафной удар. И Зуев просит, чтобы встала стенка. Очень опасно, что можно не пробить. Прям хорошо. Два человека ставят в стенку. Свисток. Очень опасный момент. Зуев потерял ворота. Мог бы, если бы полетело в дальнюю ворот Зуева, то мог бы даже бы и гол, потому что Зуев потерял ворота. Сарваров на Хокин Ранеля. Хокин Ранель. Выносит мяч. Вау. Главой в курсе команды КамАЗ. А нет, главой удар. Будет исполнять команду КамАЗ. И какая нежная подача. И Гатиатулин!
Гатиатуллин Тимур делает счет в матче 1-0. Поздравляем с хорошим дебютом Тимура. Первый турнир, и это же в первом же матче, в первом турнире, и первый же гол забивает. Счет в матче становится 1-0. Смена в команде КамАЗа. А своевременно оказался сейчас Тимур на добивание. Вместо Маштакова сейчас на поле появляется Тихонов. Гатиатуллин будет водить мяч за боковой. Как мне мой помощник подсказывает, остается буквально считанные минуты у нас в матче. Тихонов, взять атаку. Можно забивать еще один. Расколоть. Можно забивать другого удара. Не разберихом команда. Не разобрались сейчас. Амир, нет, опять переключение, Амир. Шакиров появляется вместо Гатиатуллина. Идет. Чугунов хорошо играет. Шакиров. Мяч и будет кидать команда. КамАЗ за боковой. И еще раз команда. КамАЗ будет кидать за боковой линии. Закирос мячом. А у нас после этого перерыв, да? Чугунов. Отдавал передачу на Тихонова. Тихонов. Отдавал передачу на Шакирова. Лови! И на поле летает Воробей. Даже Воробей смотрит за игрой Строителя и КамАЗа. Такой напряженной игрой. Подача. И не догоняет мяч. Не принимает мяч. Судья уйдет. Судья скоро будет. Последняя атака может быть близком. Это, походу, последняя атака в матче. Надо выбивать мяч. Это Улин. Команда «Строитель». Не торопись, Бетаул, куда вы летите? Немного не хватило. Да все, Денис, тормози. И матч заканчивается. Поздравляем всех с победой.